Я вам тоже кое-что насчет Милолойкина говорю. Мне тут знакомая как-то дала, давно про нее говорила, думаю, ах, фигня, короче, не верю я, ну, все такое. И просто без нее день не проходит. Что мы уже только этим не мазали? Тут даже пациент убрала, у него легкий пролежень, ну, еще только оба флейхлих. И правда, прикладывали, и как все быстро заживается. Я вообще тут в интернете посмотрела, куда его можно мазать и как его можно употреблять. Я просто фольбегайстер. Поэтому сразу 10 баночек берем.